Традиционный бал в честь Дня студента состоялся в Дворце торжеств Центральный. Глава городского округа Юлия Купецкая и депутат Совета депутатов Юлия Громова вручили лучшим студентам благодарственные письма. Студенчество – один из самых ярких этапов в жизни человека. За годы учебы у ребят завязываются новые знакомства. Они получают знания и достигают определенных успехов. Сегодня во Дворце торжеств Центральный награждали лучших из лучших почетными грамотами главы городского округа, Совета депутатов и партии «Единая Россия». Это обязательная часть программы традиционного бала в честь Дня российского студенчества и его покровительницы Святой Татьяны. Мне хочется, чтобы вы дальше развивались, чтобы вы достигали всех поставленных перед собой целей, чтобы ваши цели действительно были амбициозными, и ваша дорога была как можно более легкой для достижения этих целей. То, что вы их достигнете, у меня нет никакого сомнения, потому что вы с яркими глазами, с открытыми сердцами, и я точно уверена, что у вас все получится. Ребят, два больших-больших успехов и такой уверенной дороги вперед. И, конечно, в этот день были танцы. Ребята закружились в несвойственных современным течениям вальсе, польке, полонезе. От этого вечер стал еще более торжественным и необычным. Девушки и юноши трепетно готовились к мероприятию. Изящные наряды, тщательно подобранные украшения. Настоящие элегантные дамы и кавалеры. Получить приглашение на бал могут только лучшие студенты. Отличники, спортсмены, активисты. Ребята, которые увлекаются наукой и творчеством. Мне все безумно нравится. Мы получили огромное количество бурных, ярких эмоций во время репетиции, во время самого мероприятия. Это мероприятие мы запомним надолго и будем постоянно вспоминать. Это очень хорошие эмоции, замечательные. Я очень рад, что город организовывает такие мероприятия, потому что это очень важно для студентов. Воспоминания об этом празднике каждый студент пронесет сквозь года.